Когда я записывала эту песню, я погружалась в то состояние, которое я переживала около года назад. И это был, мне кажется, самый тяжелый на сегодняшний день период моей жизни. Я не представляла никогда, что может быть на самом деле так тяжело. Именно этой песней мне бы хотелось поддержать каждого человека и, конечно, каждую девушку, которая может оказаться в какой-то подобной ситуации. И это не только про отношения, это вообще про жизнь, про тот момент, когда тебе кажется, что просто как будто все просто рушится под твоими ногами, но ты находишь где-то внутри силы, встаешь и двигаешься дальше. И, видимо, где-то внутри я все равно еще чуть-чуть допереживаю это состояние. Но я думаю, что самое главное — найти в себе силы не сдаться. Вспомнить о всем самом-самом-самом прекрасном, дорогом, о самой ценности. Поблагодарить за то, что есть возможность. Просто жить, сделать следующий шаг. В этот момент я понимаю, что музыка как никогда передает состояние и помогает отпустить, помогает где-то даже пересобрать себя. И мне очень хочется, чтобы эта песня помогала всем тем, кому действительно требуется эта помощь.